Губернатор Андрей Никитин сегодня вручил государственные награды. В числе 47 получателей медалей, орденов, званий немало медиков. Есть поисковики, представители сфер науки и бизнеса. Арина Аксенова подробнее. Началась церемония с того, что вспомнили о прекрасном враче и человеке, сделавшем очень многое для нашей области и для новгородских семей. Благодаря ему на свет появились тысячи детей. Это Валерий Юрьевич Мишикурин, жизнь которого оборвала пандемия. Во время пандемии Валерий Юрьевич не оставил своих рожениц. Он до конца был с ними рядом. Не щадя себя и своего здоровья, боролся за жизнь женщин, которых затронул ковид, и их еще нерожденных детей. Находясь уже на больничной койке, Валерий Юрьевич продолжал решать рабочие вопросы и интересоваться состоянием своих пациентов и заболевших коллег. За заслуги в медицине Валерий Юрьевич Мишикурин был награжден орденом Пирогова, но получить награду сам не успел. Сегодня она была вручена его супруге Татьяне Николаевне Мишикуриной. Еще один медик, фельдшер новгородской скорой Ирина Белия, удостоена медали Луки Крымского. Я бы слукавила, если бы я не сказала, что вот этих положительных эмоций восторженных я не испытываю. Чувство гордости, что это такая награда, и тем более, что это впервые вот только утвержденная такая медаль в Новгородской области. Члены боевого братства награждены медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. А вместе с ними руководитель поискового отряда «Находка» Александр Марзунов. Мы, поисковики, не часто удостаиваемся подобных залов, не часто на нас костюмы. Сегодня утром, уезжая, я проводил своих ребят в лес. Они меня отправили получать награду. Это наша общая награда. Особенно ценно, что на новгородской земле живут и трудятся такие талантливые люди, как Мирза Имамович Бичурин. Почти полвека он развивает нашу науку. И сегодня этому ученому с мировым именем, доктору физико-математических наук, присвоено звание «Почетный гражданин Новгородской области». Основная деятельность – это образовательная, то есть мы занимаемся подготовкой наших студентов к будущей работе, но в основном к инженерной деятельности, то есть обучаем их проектированию технологий радиоаппаратуры. Как вы знаете, сейчас это очень важно, это нужно, потому что промышленность наша восстанавливается, и нам очень нужны инженерные кадры. Председатель Совета директоров агропромышленного комплекса «Белгранкорм» Александр Орлов награжден почетным знаком Новгородской области за благотворительность и меценатство. Благодаря агрохолдингу приводятся в порядок социальные объекты и образовательные учреждения. За последние 5 лет на предприятии стажировку прошли почти 300 наших выпускников. И сегодня здесь трудится более 1000 человек. Арина Аксенова, Галуз Гивандян. Новости. Новгородское областное телевидение.